Всем добрый день. Это питомник роз Полины Козловой. Ну вот, наконец-таки, начинается у нас обрезка роз. Очень люблю такую погоду. У нас сейчас начало февраля. Немного морозно ночью. Достаточно ветрено днем. Срезы моментально, как сказать, закупориваются. Не нужно их ничем обмазывать. Розы прекрасно себя чувствуют, такую обрезку. Тех, у кого много, большие хозяйства, они прекрасно знают, что обрезку начинают рано. Так как у нас здесь маточник, роз у нас много. Много новых сортов. Ну вот мы начинаем обрезку. Это у нас ряды с розами новыми. Это розы прошлого года посадки. Что такое прошлый год посадки? Это розы, которые посажены прошлой весной, прошлым летом и прошлой осенью. То есть они достаточно маленькие, они только наращивают корневую систему, и мы их обрезаем очень-очень коротко. Что значит коротко? Несмотря на группу, хоть это чайно-гибридная, хоть бордюрная, хоть мускусная, любая группа первого года посадки обрезается очень коротко. Это на 1-3 почки от земли. Во время обрезки мы формируем куст, чтобы он у нас был потом как чаша, то есть все почки перед обрезкой смотрели наружу от куста. Все, что нам не нравится, где-то там, может, подсохшие, где-то какие-то тонкие веточки, мы обрезаем. Все, сейчас мы вам покажем. Еще раз повторюсь, у нас новое приобретение. Мы теперь в этом году будем резать секатором механическим, как он называется по-правильному, Ирина Ивановна. Не фирма, ну механический, скажем, секатор. Да. Механика на батарейке. На батарейке. Вот. Приступаем. Срезы очень хорошие вот такой штучки. Всем советую. Те, кто делает в течение сезона несколько десятков тысяч обрезок, они понимают, насколько это приятное приобретение. Вырезается все кривое, косое, все, что нам не нравится. Оставляются только толстые веточки с 1-3 почками от земли. Срез еще практически сухой, потому что сокодвижение еще в розе не началось. Сейчас он буквально при такой температуре, а у нас сейчас, наверное, градуса +1, +3, ветер достаточно такой умеренный, они сейчас очень быстро обветрятся и прекрасно пойдут в старт, когда потеплеет. Вот такая простая и быстрая обрезка роз прошлого года посадки. Повторюсь, это те, которые были посажены с прошлой весны по прошлую осень. Они могут быть совсем-совсем маленькие. Ну, сейчас я вам покажу. Это вот, наверное, роза высаживалась весной. А вот на соседнем ряду вообще маленькая крошечка. Вот тут ее три веточки еле-еле душа в теле. Это саженцы, которые были посажены прошлой осенью поздно. Вот они немного листиков выдали. Потом мы пройдем все, пособираем, вырвем здесь траву, все это замульчируем, и будет красота. И будут у нас в этом году новые сорта роз. Ну вот как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. Будет время, обязательно отвечу. Ну а теперь всем спасибо и до свидания.